Надворку певень ходить, за собою куры водить и кричить сюды, сюды. Яки у ней он головою, сыплють куры чародою, як одна бягуть туды. А коли кто кур пужає, певень грозно загукає. Кто таки там, кто таки? Саправды, коли что якое, певень одразу горлопанить. Кот куды, кот куды? Добрий вечір, дітки! Привітання, Руся! Добрий вечір усім! Як справи, бусличок? Дякую, помаленьку. Я тут книжку читаю, смішний вершик. Хочеш послухать? Кого послухать? Нікого, а що? Вершик про певника читаю, будеш слухать? Вершик? Буду, безумовно. Певень житом кур частує, господар об не чує, кліча кур сюди, сюди. Господар мятлу хапає, гвалт наш певень подымає. Хто куди, ой, хто куди? Вось такий герой гэты певень, рмау. Смелый, тільки з курами, правда, буслик? Ой, буслик, ти спиш? Я? Что? Ты так стомился за день, что задромал? Не, это я так. Пробач, коли ласка. А что там с тем певником? Завел кур ужито частоваться зернятами. А господар убачил, схопил мятлу, куры с певнем урассыпную. Куды и смелость певника поделася? Не барака. Сподяюся, ему не вельми попало. Ты ж кадуешь гэтага задаваку гарлапана? Дзівак ты, буслик, певень сам виноваты. Сунуся, куды не трэба. Хто яго ведае? Ой-ой, осторожно. Пробач, рысечка. Нічого буває. Я падыму, нейкі я сёння няўважлівы. Відаць, не выспаўся. Ой, ай-яй-яй. Стукнуся, што ж ты так баліць? Не вельми, дробязи. Мне сёння не шанцуе. Гэта видовочно то тое, то сёе. Може, лёд прикласти, каб гузака не было? Не турбуйся, я не моцно стукнулся. Уже амаль прошло. Выгляд у тебе вельми стомлены. До речи, ты у день спал? Не отрымалася, я только... Поляжал. Ну, зараз зрозумела, чому ты спишь на ходу, и все у тебя валится. Пробач, я не хотел. А чому ты не заснул? Хтось тебе перешкоджал? Ведаешь, я гэта, ну, як бы тебе сказать? Скажи просто, як было. Коли просто, то я боялся, что коли засну, яны знов пачнуць своволіць. Хто яны? У мой пакой заселіліся іншапланетяне. Разыгрываеш, буслік? Што ты, Рыся? Уначы яны ўключалі сваю рацыю, нешта перадавалі тоненькімі, ледзь чутнымі сігналамі. Ты іх бачыў? Не, калі запальваў святло, яны хутка хаваліся, і рацыя стихала. Гэта іншапланетяне альбо нябачныя, альбо вельмі хітрыя, хутка хаваюцца. Не ведаю, што і сказаць. А што яны яшчэ рабілі ў тваім пакоі? Як сваволілі? О, калі мне надакучыла слухаць піск іх рацыі, я нацягнуў на галаву коўдру і заснуў. Прачнуўся ад таго, што лапы свярбяць, баляць. Гэта яны, як убачылі мае голыя лапы, бо коўдра была на галаве, скалолі іх іголкамі. Такія вось няпрошаныя госці. Спаць з імі ў адным пакоі небяспечна. Неверагодная гісторыя. А можа, камары скусалі твае лапы, буслік? Добры зорны вечар, сябры.
Вітаємо тебе, Елінка. Добрий вечір. Чим займаєтеся? Спробуем разобраться, что за свавольники покрыудили буслика. Это злые иншопланетяне. Яны засели в моем покое. Неужо? А мне сдается, что следы на твоих лапах, бусличек, покинули комары. Зараз проверю твой покой, буслик, и все станет зрозумело. Я хутенько. Даремно, Элинка! Яны необачные! Я глядел у весь покой и никого не знайшел. Комары у день спрытно ховаются, рмау. Ти ж я не ведаю комаров, бачу их неодноразово каля речки. Те, что засели у моим покое, не иначе, як иншопланетяне. У темры пищать своей рацией. Некие тоненькие сигналы передают. На вочи не показываются. Те робятся необачными. Что ж, буслик, знайшла я твоих иншопланетян и выгнала их с покоя. Ты их застукала? И какие яны страшные? Не, зусим не страшные. Пара маленьких комариков. Я так и думала. И где ж яны ховалися? Под столью, за фіранками. Не разумею. Коли мои лапы покусали комары, кто ж тогда звенел рацией и передавал тонюсенькие сигналы? Комары, только звенели яны не рациями, а крылами. Крылами? Те ж можно звенеть крылами. Я читала про ваших земных комаров. Есть у них такая особливость. Перед тем, как приземлиться на свою ахвяру и покусать ее, яны часто-часто трымтять крылами. Гэтым и тлумачится той раздражняльный тонкий писк, який мы чуем, и який ты принял за иншопланетную рацию. Вось як! Добра, а як же комару темры убачу мои голые лапы, каб покусать их? По-першее, кусается не комар, а комарыха. Комар харчуется выключно нектаром и никого не кусая. Отрымливается, мои лапы покусали комарыхи? Миновито так. У темры яны выдатно ориентуются по теплу, якое иде от твоего тела, а так само по паху. Не треба было мне стягивать коудру с лап. Комарыные укусы хутка заживают, коли их не расчухвать. А каб у наступный раз спать спокойно, треба перед сном проверить, чи не залетели у твой покой непрошенные гости. Что ж, буду больше уважливым. Во усяляким разе с комарыхами справиться простей, чем со злыми иншопланетянами. Безумовно, бусличек. И коли усе непоразумение вырашены, давайте глядеть мультфильм. А зараз, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чыстім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі! І касмічных прыгод вам у снах! Спят машины в
Ты так сама каля мамы, тихо-тихий каля жи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.